Окружной форум запланирован на конец июня этого года и пройдет впервые. Предполагается, что Бердск должен задать тон мероприятию, ведь именно наш город удостоился звания лучшего по региону в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. Заседание рабочей группы прошло в Бердском казачьем кадетском корпусе имени Героя России Олега Куянова. Новосибирское Одесское казачье общество совместно с администрацией Новосибирской области уже 3 месяца планово ведем подготовку слета. На сегодняшний день довершена практически программа слета. Через неделю она будет уже в готовом варианте. Сбор заявок участников будет произведен с 1 по 10 июня. Также в ходе визита гости, а в их числе и заместитель министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук, и начальник управления молодежной политики Андрей Безгеймер, и доцент кафедры педагогики и психологии НГПУ Анна Катионова посетили школу номер 1, детский сад «Солнышко» и православную гимназию. Воспитанники бердских образовательных учреждений продемонстрировали военно-патриотическую подготовку. Мы кадеты, звучит так гордо, и слово верны своему. Мы кадеты и знаем твердо, жизнь отечества и честь никому. Визит рабочей группы под руководством министра региональной политики Новосибирской области завершился заседанием Координационного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.